Что показывает дозиметр? 3,6 миллирентгена в час. Опасно. 3,6. Не отлично, не ужасно. Доброй ночи. Сколько там по времени? 0,41. 0,41. Нас занесло вновь на урановые рудники. Настя в роли дозиметриста. И сейчас мы будем снова заземляться. Что по фокусу, подожди. Первые радиоактивные артефакты. Видимо, только на подходе к штольне. Что, через это? Через бурелом? Да давай нормально. Да давай, смотри, тут пройти 3 минутки. Мы ж не ищем легких путей. Пошли. Да нет, вот все, мы около штольни. И вот куда нас несет. Да-да, ребятки. Вы, наверное, уже узнали это место. Это то самое. Штольня рекордсменка. Где мы намеряли 150 тысяч. Время одевать противогазы. Да? Настя. Дозиметр Терра. Дима, слышно? Как вы слышите? Слышно, хорошо. Отлично слышно. Настя. Ой, что там такое? О, там какой-то проход. Что, посмотрим, может, что там? Давай, лезь. А ты там не умрешь? Не знаю, как получится. Кстати, тут оставлю вам. О, хорошая находка. Безумный парень. Из-за потоков воздуха в шахте продукты распада радона оседают на одежде. Но самым загрязненным оказывается фильтр респиратора, который собирает на себя всю пыль. Излучение от фильтра может превышать общий шахтный фон в десятки раз, поэтому носите маски, котята, и не пренебрегайте техникой безопасности. Помните, что оно написано кровью.
Чем ты занимаешься? Как ощущения? Ну, страшновато немного, а так ничего. Охуеть, блин. Типично. Там что еще есть? Грязь здесь везде. Пиздец, да? У тебя такое лицо забавное. Леша забавная, я в ахуе. Фонарик садится. Штольня оканчивается выходом к центральному стволу. Общая высота его составляет 200 метров. Эту лестницу повесили охотники за металлом, чтобы получить доступ к 34-й и 21-й штольне. Высота восстающего около 30 метров. Я знаю, ты хочешь это сказать. Сука. На гомункулах, ёбаный блядь. Видишь, это за вас, по-моему. Это царь за вас, как бы сказал. Уже рассвет. Вот прошла ночка в урановой шахте. Дима, давай показывай часики. Это мы были 3 часа. Ну да, где-то так. Дозиметры еще пищат. Сейчас будут великие замеры. На горизонте Пятигорск. Ох, как хорошо. Люблю лето за то, что рассветает рано. Это вообще классно. А вид-то какой. Зараженные шмотки. Да, уже распадается. Мощность дозы 25,4 миллирентгенов. Уже комары облепили. Опасно. Все, всего доброго. Батарейка, к сожалению, садится.